Свое дело в Ульяновске Ирина Лебедева развивает с 2020 года. Поначалу это был центр раннего развития детей. Позже руководитель получила статус социального предпринимателя. С новой должностью открылись новые возможности, а именно реализация проекта частного ясли-сада. Первый грант на его развитие Ирина Викторовна получила 2 года назад. Благодаря этому удалось купить современное оборудование. В учебном классе появился проектор с большим экраном для кинопоказов, презентаций, а также интерактивная доска. Она, в свою очередь, покорила своим функционалом и детей, и взрослых. Эту интерактивную панель используют все наши педагоги. Так, например, хореограф наш использует ее в своих целях. То есть они танцуют, ну, сейчас, знаете, это очень так тоже интересно, современно. Дети танцуют, выполняют движения, заданные на панели. Наши преподаватели английского языка вообще ни одно занятие не проводят без использования интерактивной панели. В садике интерактивная не только доска, но и пол. Благодаря заданным программам ребятишки могут проходить квесты, выполнять спортивные упражнения и соревноваться в ловкости. А если нужно перевести дух, есть студия для создания мультиков. Это оборудование в ясли-сад установили благодаря победе во 2-м гранте. Обновки радуют воспитанников с прошлого года. В мультстудии мы создаем мультфильмы. Дети просто в восторге от этого. Когда в их руках оживают персонажи и создается мультик собственными руками, это просто шикарно для них. Оба гранта были получены по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержкой индивидуальной предпринимательской инициативы. Его Минэкономразвитие разработало по указу президента страны. В основу легли сразу 4 федеральных проекта. В совокупности это дает хорошую поддержку для собственного бизнеса на всех этапах его развития – от стартовой идеи до конечного продукта. Александра Никитина и Даниил Сурков. Управда ТВ.